Тем временем в Москве продолжается акция «Миллион деревьев». Она стартовала 4 года назад. Москвичи выходят на посадку деревьев на улицы и проспекты, дворовые территории и площадки. А сотрудники постоянного представительства Якутии в Москве решили озеленить территорию республиканского санатория Бесчакда. Подробности у наших корреспондентов. Несмотря на то, что санаторий, который проводит большую работу по оздоровлению якутян и прежде всего жителей отдаленных северных улусов, находится в бору вековых сосен, добавить несколько десятков новой поросли не стало лишним. Наоборот, это было встречено с воодушевлением. С большим вдохновением якутяне, проживающие в Москве, студенты, ветераны и сотрудники санатория приступили к работе. Мы вместе, дружно, с задором. Вырыли лунки, посадили деревья, полили их водой. Но я надеюсь, что мы в дальнейшем будем активно участвовать в зеленых насаждениях. Вот. И это, в общем-то, общероссийская акция. Вот мы здесь садим сейчас около 100 деревьев. И как это повлияет на лес, я считаю, что очень прекрасно будет приезжать сюда и любоваться нашим потомкам. Скоро деревья, посаженные в год экологии, распустят свою крону, в тени которой будут отдыхать и поправлять свое здоровье наши земляки. И этот день мы действительно вот таким трудом посвящаем обновлению леса в акции «Года экологии. Подари лес другу». Этот лес мы дарим нашим землякам, нашим всем работникам, кто здесь работает, которые Бесчакда, и землякам, кто приезжает на отдых. Пусть это будет действительно лес для друзей. Марианна Кутукова, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.